Медаль за отвагу на пожаре. Такова награда для 13-летнего школьника из Сургута, который спас из огня своих сестер. ЧП произошло поздно вечером, еще 26 сентября. В квартире 5-го этажа дома на Маяковского, 39, из-за замыкания проводки в люстре загорелся подвесной потолок. В этот момент дома находились трое детей. Две девочки, 7 и 14 лет, которые уже спали, и 12-летний мальчик. Входная дверь была закрыта, родители ненадолго отлучились. Вовремя увидев возгорание, Ильнур Абакиров быстро сориентировался и, по собственному признанию, вспомнил то, чему ему учили на уроках ОБЖ. Проводка заискрилась, я выключился свет, я разбудил сестер, попытался открыть дверь, но не было ключа подходящего. Потом завел ванну сестер, намочил полотенце и раздал. Потом я открыл окно. Ну, и потом уже родители пришли, дверь открыли. Спасатели отправили письмо в Министерство по чрезвычайным ситуациям с просьбой представить юного героя к награде. В канун Нового года учащемуся 7 класса школы номер 15 в торжественной обстановке вручили медаль. Скромный молодой человек теперь всерьез раздумывает над тем, чтобы связать свою жизнь с профессией пожарного. А его мама гордится ребенком и благодарит за то, что в такой критической ситуации юноша не растерялся и проявил смелость и настоящий героизм. Благодаря ему они все живые у меня. Они очнулись 29-го, 26-го был пожар, 29-го мое день рождения было, они пришли в сознание 29-го. Это большой подарок для меня. Второе рождение, считай. У меня сейчас жизнь делится до пожара и после пожара. И мировоззрение, вообще отношение к жизни изменилось. Это очень высокая награда, так как не каждый сотрудник реагирующего подразделения МЧС, не каждый вообще сотрудник МЧС награждается данной наградой. Данной наградой награждаются те сотрудники и те гражданские, которые умелыми действиями спасли человеческие жизни.